Это именно то, о чем я говорил, да, что у нас необычные треки. Могут быть интересные треки, могут быть необычные и интересные. Вот ссылка на трек, текст песни. Это наш первый релиз. Очень старались сделать качественную работу, вложили всю душу. Может быть, это сарказм, а может быть и база. Сейчас мы об этом узнаем, прослушав. Да, действительно, первый релиз, это максимальный фрешмен. TikTok-вершин этого трека есть, и один трек этот. У обоих артистов на карточках в Яндексе. По 23 слушателя. Вон Арти и Зилей. Сможем ли мы взять эту работу во фрешмены, друзья? Что-нибудь написано здесь? Нет, ничего не написано здесь. Тоже ничего не написано. Сучкам надо. Что нужно сучкам, по мнению Вон Арти и Зилая, у нас отображено на обложке. Да? Они убеждены, что нужно срочно запихать два пальца в рот. А может быть, это значит что-то другое. Слушай внимательно, друзья, слушай внимательно. Погнали. Ай. Сучкам надо, надо. И мало хотят Луи Прада. Знаю, правда, я знаю. На виду стада пафосна невозмо. Мягкости нет, бро. Это странно, я хомленд. Странно убежал, мягкости не хватает, с одной стороны, с другой стороны переигрываешь, да? Ча-да-дам! То есть ты давишь, нет естественности, то есть нет погружения сразу, да, сперва? Надо, но, сит, правда, бежишь ты, да? То есть вот эти... Ты должен петь. Если ты в какой-то момент делаешь, то ты должен перезаписывать. Потому что вайб ломается. Самый главный инструмент в любой песне – это голос. И когда он соскакивает, когда ты попадаешь не в ноты, не в такт, ноты как бы, ну, еще можно понять, не в такт. Ты ломаешь вайб, бро. Надо, надо, и мало хотят Луи Прада. Знаю, правда, я знаю, на виду стада. Папа с нами в зиму, на ней это странно. Москва будто аркада. Холдосит Прада, Прада, постели бич поет собрано. Братцы ангелы, чистый белый, посмотри на себя, при нас ты не смелый. Тебе говорит твоя паленая габана, мой черный цвет. Прада, Милана, я долго пытался решить все миром, но горбатого исправит только могила. Я сделал... Аналогично, бро. Аналогично здесь. Очень стараетесь попадать в такты. Я долго пытался решить. Нет игры голосом. То есть ты существуешь отдельно. Я долго пытался. Ты видишь текст перед собой. А ты должен музыку выдавать. Музыку. Выдавай музыку. Да? Отбивай такт. У тебя метроном должен в голове играть. Ты должен отбивать такт, задуманный тобой. Он может быть, он может отличаться, да? Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Там какие угодно раскладки. Но нет. Стараешься, очень стараешься попасть в такт. И нет погружения. Что касается с видосом, также не сидит акапелла на инструментале. Ну да, это прямо и сам вот максимально начинающие артисты. И первое, что нужно сделать, это прокачать чувство музыки с опытом его. Да? Вот включаешь инструментал и ходишь, напеваешь свою историю. Не тараторишь текст. Не пытаешься попасть в бит там текстом. Просто ходи. Давай вайба своим речевым аппаратом. Звонок у тебя уже пробили на твой адрес. Черный автомобиль, я сейчас как кошен. Жажду твоей крови, за свое неуважение испытаешь много боли, я среди них должен. Все доцента нам заплачу, захотим хату нам свою оставишь. Моя пушка в кармане, дверь вылетает.
читает мольбы. Не канают все, что нужно, забрались-то вторые. Не знаю, где сейчас эти парни, ведь я сделал так, чтоб они не узнали. Громкие звуки, затем к счет пусть. Моя рука на ее шее, два пальца на пульсе. Ее тело работает, но мозг не в ресурсе. По губам разбегается белая с музыкой. Ходит подруга, пока парень на тусе. Ты хотела это скрыть, но давно в курсе. Помада на шее, как слизь на медузе. Тот рот прекрасен, мой член в ее вкусе. Надо, надо. Помада на шее, как слизь на медузе. Это неплохо. Это страна ее хомленд Канада. Но носит Прада, Прада. И точно знаю, сучкам надо, надо. И мало хотят Луи Прада. Знаю правду, я знаю. На виду стада. Пафосно невязымо. На ней это страна. Москва будто аркада. Хоу носит Прада, Прада. Постели бич поет. Тяжелый бизнес, как заебало. Виски со льдом, то что мне надо. Сигара во рту у меня расслабляет. Ее голое тело меня ободряет. Суши, а я азиаток. Восточные блюда, я их обожаю. Самурай в Японии, врагов побеждает. Я также сердца этих дам покоряю. С тобой она леди, со мной она шлюха. Она издает эти громкие звуки. Люблю ее сильно, но только сегодня. Забери ее завтра, мне будет похуй. Я вкладывал деньги в новые схемы. Ты потратил все деньги на новые мэри. Мои деньги в бизнесе, а ты делай сиськи. Теперь ты без денег, я заберу твою кис. Это да. Это да, но еще, конечно, вы правы с точки зрения того, что ваш текст должен быть текстоориентированным. То есть вы рассказываете свою историю, свой репрезент, свой флекс, да, то есть вы рассказываете уровень своей, так сказать, вовлеченности в крутость, да, там у тебя бизнес, у меня бизнес, ты там все бабки вложил в Мерин, сделал сиськи свободен, я забрал. Окей. То есть идея репрезента, флекса и понтов принимается. Ну, то есть, как бы оно имеет место быть, да. Но текст, как это подано, все очень косноязычно. Рифмы слабые, даже в рамках задумки. Рифмы где-то на 4 балла. Да. Рифмы где-то на 4 балла. Сам по себе текст косноязычен. Очень. Заплатишь, оставишь. Забрали, узнали. И вот это вот все, понимаешь, белый, смелый. Ритм поставлен неудачно. Не под вас эта история. По структуре очень затянуто. То есть даже бриджи, который немножечко нам должен давать, он слишком затягивается, и мы такие, ну где же? И припев только потом начинается, который тоже очень затянут, и является... Там хоть есть разнообразие какое-то, да, в постели бич поет сопрано. Ну, то есть какую-то строчку разнообразили, да, Москва будто аркада, тоже там, да, есть история. Как-то что-то есть, да. Но вот эта вот ровная монотонная подача, да, вот почему-то ровная монотонная подача того же Рокета работает, потому что он работает в рамках своего стиля и в рамках своего флоу. Он, да, бывает, он сбивается, когда там кладет хуй, да, на точность подачи. Но в целом он очень жестко погружается в то, что рассказывает. Здесь видно прям начало, очень сильное начало. Степень глагольного смаковства. Да, это сказано хорошо, и это примерно так и есть. Поэтому, к сожалению, здесь будет оценка невысокая. В первую очередь, текст, понятное дело. Смотри, для того, чтобы вы начали чувствовать текст, для того, чтобы вы чувствовали текст, вам нужно почувствовать музыку. Как только вы почувствуете музыку и поймете, вы поймете, как вы должны подавать себя. И после того, как вы поймете, как вы должны подавать себя, вы уже поймете, какой вам нужен текст. Он должен быть угловатый, мягкий, с паузами, с какими-то контрастами, с ускорениями. Или просто ровный, полотно, веселый, острый, какой, глубокий. То есть сначала это идет чувство настроения музыки, потом музыкальность вашего речевого аппарата, а потом наслаивается уже текст. Если вы являетесь большим профессионалом, безусловно, вы можете писать уже текст, вы знаете, как вы звучите, вы знаете, какие биты вам нужны. Вы даже можете написать текст, а потом под текст еще и бит. Но это если вы прям большой мастер, вы все чувствуете, вам уже без разницы, с какой стороны подходить. Но начинать нужно именно так. Поставил ты и попер. Все, чувствуй музыку, чувствуй ее настроение. Структура ритмика 4 балла, да. Реализация стиля 3. Индивидуальность харизма 2. Атмосфера вайб 1. Трендовость и актуальность жанра может быть 4. Да, четверочка вполне себе.
Как-то так. Как-то так. Как-то так. Ну да, вот слезки. Надеюсь, это было полезно, друзья. Надеюсь, это было полезно. А для музея подходит... Нет, я думаю. Я думаю, что нет. Здесь большой уровень именно переигрывания. То есть души. Тут нету 13 баллов, к сожалению. К сожалению. Такая вот история. Погружения нет. Жесткие запинки, что касается свидоса, тоже, да, не подходит к мягкости обволакивая масти инструментала. Слабо? Сучкам надо. Ну, даже если мы не берем тематическую направленность, да, актуальность тематической направленности где-то 2017-2018 года, ну ладно, окей, хотите петь про это, пожалуйста, но делайте это красиво. Вы поете про сучек, но делаете это без уважения. Да, без должного уважения к жанру флекса, репрезента. Как-то так. Как-то так.